Илона Сигизмундовна, а можно вопрос? Да. Как это семейная жизнь? Бездарно. Щи, носки и скандал. Но тебе еще рано. Замуж? Угу. Ты что, за катушек совсем съехала, да? Что за контракт? Обыкновенный брачный контракт. Если я продержусь, то я получу разовое вознаграждение в сумме, эквивалентной 15 тысячам долларов, по курсу Центрального банка, Олег. Если получится, у нас будет все, о чем мы мечтали. Сумасшедшие. Пункт 6.1, никакого интима. Чего? Проспит охламон. Точно проспит. Напоминаю. Вставай, охламон. Вставай. Вставай, работу проспишь. Какую работу, я спать хочу. Вот на работе и поспишь. Что за запах? Макароны по-плотски. Где заказывала? Сама готовила. Не делай больше так никогда. Подъем! Костюм есть? Он все равно нас обанкротит. О, это чье? Скажи лучше, в чем она ушла. Лучше яичницу. Яичницу, мой дорогой, наш бюджет не выдержит. Проглот. Да, но искушение было слишком велико. Но я же тебе сказала, на 4 дня, а ты разом все сожрал. А 7.40 сможешь? Любой каприз за ваши деньги. Олег, мне аванс! Ну какой аванс? Ну что-то не сейчас. Видишь, я занят. 5 штук! Ты никогда таких денег в руках не держала. 5 штук? Да. Я думала, он кинет, скажет, он выполнил пункт контракта, и все. Тетю наши денежки, а он дал. Хорошо. На, тебе. Пусти! Ты когда хочешь на меня не пускать, пусти! Я твой муж. Козел ты, а не муж, козел! Почему козел? Потому что все мужики либо козлы, либо сволочи! Сволочи! Песня про омары. Музыка народная, слова мои. Омара! Хочу я! Оказывается, ты сумасшедший, еще и поешь, да? Я еще на машинке могу. Брр. Кисаки собаки прибежали за ним. Вам кого, девушка? Это я, привет. Вау. Там небо разбито пополам, я этот день тебе отдам. Чистым ручьем прольется голос мой. Мы оба бежали, как могли, но оторваться от земли было, увы, не суждено с тобой.
6:01. Никакого интима. Никаких отношений. Сегодня ты исчезнешь из жизни Саввы навсегда. Работа закончена, получите. Я все поняла. Я ухожу. Ты уйти хотела, да? Вот так просто взять и уйти, да? Ответь мне! Душой согреть!